Оперативка в правительстве в минувший понедельник была необычайно короткой и ужасно неинтересной. Я уже было начал скучать и подумывать о том, что как-то надо что-то с этим делать, да? Потому что, ну, это, по-моему, уже стало скучно не только самим чиновникам, но и нам тоже. Однако уже вторую или третью неделю подряд Ради Фаритович устраивает некое закрытое совещание после открытой части. И вот, обратив на это внимание, мне пришла в голову мысль, что ну, не обманывают ли нас здесь, как говорится, нас, почтенную публику, вот эта вся вот открытость власти какая-то не совсем полная, да, то есть есть еще и какая-то закрытая ее часть. И, в общем, в этот раз я потрудился, полюбопытствовал, что же было там в закрытой части. Узнать о том, что же происходило в закрытой части оперативки, оказалось, на удивление, несложно. И вот содержание именно закрытой части оперативного совещания будет изюминкой на торте сегодняшнего выпуска, потому что там действительно было очень много интересных вещей. И складывается теперь такое впечатление, что вот эта открытая часть, которая транслируется и которая есть в YouTube, это так, для лохов. А вот главное для правильных пацанов, там, на закрытой части совещания. В общем, сегодня не отключайтесь раньше времени, мы сейчас пробежимся по официальной части оперативного совещания и перейдем к самому интересному. В минувший понедельник президиум заседания был несколько иным. Отсутствовал господин Назаров, но зато появился Толкачев. Толкачев с Хабировым сидели в президиуме и вели совещание. Толкачев, как обычно, безмолвствовал всю открытую, да и всю закрытую часть этого совещания. Хабиров начал с поздравлений, поздравил с 45-летием министра сельского хозяйства Фазрахманова. Дальше рассказал о том, как он плодотворно встретился с послом Ирана и как замечательно развивается товарооборот между Башкортостаном и Ираном, и вырос он аж в целые 6,7 раза. Описывая странный и неурочный визит в Башкортостан Дмитрия Николаевича Патрушева, министра сельского хозяйства Российской Федерации, Хабиров отделался общими фразами. В частности, он сказал, в целом ему понравилось состояние дел в сельском хозяйстве Башкирии, и он был удивлен красотой Уфы. Конец цитаты. Ну, собственно, Хабиров напрасно старался, потому что в СМИ уже проскочили те детали и подробности, которые были во время визита Дмитрия Патрушева. Речь идет о том, что именно в Уфе, пребывая, значит, с визитом в Башкортостане, Дмитрий Патрушев заявил, что в этом году ни России, ни Башкортостану, вероятнее всего, не удастся выполнить план по сбору зерна. Планировали 130 миллионов тонн по Российской Федерации собрать. Видимо, этот план будет не выполнен. И далее, вероятнее всего, последует некий пересмотр экспортных планов и внутреннего потребления, либо если мы сохраняем объем экспорта зерна, тогда у нас появится недостаток зерна внутри Российской Федерации. В общем, об этом говорил Дмитрий Патрушев, посмотрев на сельское хозяйство Башкортостана, но об этом нам Ради Фаритович почему-то не сообщил. Упомянул в своем вступлении Хабиров и о рабочей поездке в Нефтекамск. 6 августа он ездил в Нефтекамск, часто ездит он в этот город. В этот раз он совместил рабочую поездку с печальным поводом. Он участвовал в очередных похоронах убиенного на Украине воина. Как-то, в общем, странно это, честно говоря, прозвучало. Вот эта рабочая поездка и похороны. Ну, в общем, после этого Ради Фаритович вернулся домой и утешал себя шашлыками, как нам известно. Вообще, странная вот эта история с шашлыками. Без конца показывают нам, как он чего-то готовит. Не единственное ли это достоинство главы региона, я пока еще не пришел к окончательному выводу, но СМИ Башкирии настойчиво говорят о том, что вот эта гастрономическая открытость главы региона очень нравится жителям республики, и они довольны тем, как питается дорогой Ради Фаритович. Несмотря на то, что в России и в Башкирии на минувшей неделе резко выросла заболеваемость COVID-19, об этой проблеме в этот раз на оперативном совещании не говорили вовсе.
Первый вопрос Хабиров задал сразу сходу Прочаковской и поинтересовался у нее, как же настроение у жителей Башкортостана. Прочаковская в свойственной ей манере бодренько заявила, дословно, «У жителей настроение хорошее, солнышко же, хорошая погода, уборка началась». Ну, как говорил Муртаза Губайдулович, «сено скосили, картошку выкопали, что еще человеку надо». Вот примерно в таком ключе госпожа Прочаковская доложила Радию Фаритовичу о том, что главной проблемой жителей Башкортостана остались дороги, потом следует благоустройство, ЖКХ, соцобслуживание, медицина, транспорт, экология, мусор, образование и строительство. Вот в таком порядке Прочаковская опять ранжировала наши заботы и чаяния. Она отдельно конкретизировала, что вообще-то главная проблема по транспорту – это всего лишь сообщение Уфы и Затона. Там что-то случилось, но там дорогу перекрывали, все понятно. Главная проблема дорог – это дорога Сибай-Акьяр. Ну, назвать дорогой эту штуку вообще нельзя, потому что это, ну, такое ощущение, что там еще буквально вчера отступали немцы и бомбила авиация вот эту вот поверхность, которую, ну, кто-то считает дорогой Сибай-Акьяр. Это именно на этой дороге влетели в яму чиновники, которые там, значит, пострадали. Яма была такая, что их газель в нее влетев, значит, покалечила троих чиновников. Вот, ну, тут как бы карма уже обратно возвращается. Отдельно Елена Анатольевна остановилась на проблеме Нагаевского переезда железнодорожного вот этого. Ну, нет предела, по-моему, возмущения жителей Нагаева тому, что Хабиров своим решением опять остановил там стройку этого переезда и деньги забрал оттуда, они будут использованы на праздник 450-летия празднования Уфы, а вот нагаевские жители останутся опять без переезда. Так вот, знаете там, что они придумали? Они пришли к глубокомысленному выводу, ну, по словам Прочаковской, что, оказывается, вся проблема в неровности этого переезда. Так-то вообще было все хорошо, просто неровно там немножко как-то все. И вот буквально 2-3 лопаты свежего асфальта будет достаточно, чтобы эту неровность устранить и, в принципе, жизнь наладится. Ну, я думаю, что жители Нагаева дадут трезвую оценку вот подобным вот инсинуациям. Однако Прочаковская бодренько заявила, что уже составили какую-то там дорожную карту и выявили, куда двигаться дальше. Но деньги на переезд не появились при этом, да, то есть вот они там выявили, куда двигаться дальше. Куда двигаться дальше Елене Анатольевне Прочаковской, по-моему, всем уже давно понятно, просто мы, как люди интеллигентные, пока еще не решились, ну, озвучить вот это направление, в котором нужно двигаться Елене Анатольевне, да и, собственно, всей вот этой команде Х, но она все еще продолжает упорствовать. Обозвав зачем-то Иглино городом, Елена Анатольевна Прочаковская сообщила также Радию Фаритовичу, что жители Уфы бесконечно благодарны дорогому Радию Фаритовичу за вот эти те самые бабушкины ряды. Это вот эти такие навесики, столики, где бабушки по задумке Радия Фаритовича могут решить свои экономические проблемы, продавая укроп, редиску и лук, которые они вырастили на собственных огородах. Правда, Радий Фаритович не подумал о том, что подавляющее число бабушек не владеет земельными участками, да и сил у них уже нету ничего там выращивать. И, в общем-то, они остаются один на один со своей нищенской пенсией. Далее доклады пошли краткие и пустые, как пороховой дым от выстрела. В общем-то, Голованова Елена Александровна, живописуя состояние в ЖКХ, сообщила о том, что 8 аварийных отключений более 8 часов произошло в Башкирии и 29 отключений чуть менее 8 часов. Александр Владимирович Булышев, живописуя состояние дорог и ситуацию на этих дорогах, сообщил, что за минувшую неделю произошло 65 ДТП, в которых пострадало 73 человека и погибло 7 человек. В общей сложности за год у него уже погибло 208 человек, при том, что эта статистика требует контроля и проверки. Я уже не верю Булышеву, потому что там есть расхождение с данными ГИБДД. Но даже по этой арифметике в конечном итоге по году мы все равно не удержимся в рамках цифры 400 человек погибших за год на дорогах.
Ради Фаритовича обещал громы и молнии на головы тех, кто допустит подобную статистику. Вот и посмотрим к концу года. Показательно, что ни слова господин Булышев не сказал ни о ямочном, ни о текущем ремонте дорог. А вопрос этот все еще, даже по мнению Елены Анатольевны Прочаковской, стоит номером один в повестке у жителей Башкортостана. Так вот, господин Булышев ни словом не обмолвился об этой проблеме. Третьим вопросом оперативного совещания был вопрос о ходе уборочных работ. Судя по всему, после приезда господина Патрушева это слегка взволновало Радия Фаритовича. И Ильшат Ильдусович, юбиляр и именинник на этом совещании, в таком приподнятом ключе доложил, что он ожидает более 4 миллионов тонн зерна, что в два раза больше, чем в прошлом году. Площадь посевных у него составила в этом году 2 462 тысячи гектаров. И будет чудовищный рост урожайности. Опять же, к неудачному 2021 году. И сегодня на полях работает на 128 зерноуборочных комбайнов больше, чем в 2021 году. В общем, Фазрахманов так прямо-таки и сиял, и весь светился. Но Хабиров охладил его, заявив, что 4 миллиона тонн для Башкортостана – это не достижение, а норма, и надо стремиться к лучшему. В общем, как-то тут начали немножко беспокоиться почему-то за урожай в нашем регионе. Судя по всему, к сентябрю-октябрю мы будем слышать уже немножко другие доклады, но, как говорится, поживем-увидим. Вслед за Фазрахмановым на арену цирка опять вышла Голованова Елена Александровна, которая очевидным образом теперь стала, ну, как минимум, ИО министра ЖКХ. Это довольно-таки любопытная картинка. Женщина-министр ЖКХ – это необычно. Я не страдаю никаким сексизмом, потому абсолютно не против этого. И, судя по всему, Елена Александровна – кадр очень опытный и проверенный. Ну, у нас остается возможность понять, насколько она совладает с этой сложнейшей сферой, насколько она сможет ею руководить. Так вот, докладывала Елена Александровна о том, как... на каком уровне сейчас находится подготовка объектов ЖКХ к осенне-зимнему периоду. Собственно, она заявила, что средняя готовность объектов ЖКХ по Республике Башкортостан составляет 71%. В частности, готовность жилищного фонда 69%, на что ей удалось потратить 5,5 миллиардов рублей. Отдельно Елена Александровна рассказала нам о городе Белорецке, самом проблемном городе по части отопления. В прошлом году были аварии и большие неприятности. Так вот, в Белорецке вдвое увеличен объем работ по замене труб отопления и уже выполнено 55% от плана. Голованова утверждает, что готовность к зиме 2022-2023 годов будет не ниже, чем готовность прошлых лет. Контрольными датами она назвала 10 сентября – это полное заполнение системы отопления химически очищенной водой, и 15 сентября – полная готовность к отопительному сезону. Собственно, это почти все, о чем говорила Елена Александровна, если опустить мелкие детали и ненужные подробности. Хабиров полуха ее выслушал, как-то так неопределенно заявил, что, ну, наверное, 69% это неплохо. То есть очевидно, что Радий Фаритович не очень в теме и абсолютно делегирует вот своим подчиненным компетенции по поводу готовности ЖКХ к отопительному сезону. Однако Хабиров высказал на тему жилищно-коммунального хозяйства философскую мысль. То есть если уж не техническую и не управленческую, то хотя бы философскую. Так вот, дорогой руководитель региона заявил, что проблема ЖКХ вовсе не в грабительской политике ресурсоснабжающих организаций или естественных монополий, а в неинформированности граждан о той заботе, которой их, вот этих самых граждан, окружают власти. В связи с этим Хабиров заявил, что необходимо провести побольше форумов управдом. Морзаеву поручил отдельно встретиться с представителями ресурсоснабжающих организаций, дословно для того, чтобы не было у нас там. Конец цитаты. Чего там у нас не было?
И чтобы чего не было, мы так и не поняли, но вот что-то там во взаимоотношениях с ресурсоснабжающими организациями Хабирова беспокоит. Слушая вот эти вот отвлеченные философские рассуждения Хабирова, я подумал о том, что особенно, наверное, граждан должно воодушевить на фоне грядущего с 1 сентября удорожания услуг ЖКХ, наверное, должно впечатлить и то, что, например, вот сейчас, в данный момент и уже некоторое время на границе с Финляндией мы сжигаем ежедневно миллионы кубометров газа, за невозможностью передать их через границу сжигаем, но не отдаем собственным гражданам, не снижаем тарифов, не снижаем стоимости отопления, стоимости сетевого газа. Вот примерно так выглядит забота государства о гражданах. Ну и, может быть, это какая-то, конечно, федеральная программа. Например, ее можно было бы назвать «Не грамма газа буржуям, за все заплатят сами россияне». Ну, вот примерно так это все выглядит. Потому рассуждения Хабирова, конечно, прозвучали в определенном смысле неубедительно. Ну и теперь самое вкусное. Та самая закрытая оперативка. Честно говоря, мне самому было очень любопытно узнать, что же там вот обсуждается. Потому что за закрытыми дверями, как правило, все звучит более откровенно, интересно, искренне. И, кстати говоря, так и было. С удивлением своим я обнаружил на этой оперативке совершенно другого Хабирова. Не то чтобы уж совсем другого, но я обнаружил человека, который понимает, в какую трясину завел он и его команда регион, понимает многие экономические проблемы, о которых вынужден помалкивать в открытой части оперативки. И звучали разговоры там довольно-таки жесткие. В общем, давайте по порядку. С самого начала Хабиров рассказал о своей поездке в Мелиуз. Вернее, как рассказал. В открытой части он рассказывал, что он съездил в Мелиуз, и вроде как бла-бла-бла, и все нормально. Так вот, в закрытой части Хабиров с гневом заявил о том, что он недоволен своей поездкой в Мелиуз, заявил он это Мирзаеву и пригрозил руководству района тем, что он разгонит там всех к чертовой матери, если все повторится так же, как это было в Стерлитамаке, как он выразился. Перед этой оперативкой, на предыдущей, Хабиров сказал, что он собрался ехать в Мелиуз с Мирзаевым и смотрите у меня. В итоге, не смогли ему подготовить там, чтобы все было красиво, траву так и не скосили, в общем, он был в гневе. Далее Хабиров высказал совершенно отчетливое недовольство башкирским телевидением, которое, по его мнению, освещает не то, что нужно. В частности, он остался недоволен тем, что башкирское телевидение не освещало его визит в Нефтекамск. И вообще он заявил, что башкирское телевидение, судя по всему, живет какой-то своей жизнью, а республика живет своей жизнью, и с этим надо разбираться. Звучало это сильно более угрожающе, чем поздравление Янбердину в открытой части с днем рождения. Как-то недоволен Ради Фаритович БСТ, и я тут к нему присоединяюсь. Мы много очень критикуем эту организацию, и не только за то, что она о многом молчит, а самое главное о том, что она потребляет чересчур много государственных, то есть наших с вами ресурсов, и Хабиров это понимает, а на выходе там ноль без палочки. Вот в чем дело. Полностью присоединяюсь к Ради Фаритовичу. А дальше в закрытой части оперативки заговорили вовсе о серьезном и страшном. Заговорили о том, что 24 социальных объекта, строящихся в Республике Башкортостан, с привлечением федеральных денежных средств, находятся под угрозой срыва сроков сдачи этих объектов. 24 социальных объекта. Это школы и детские сады. Многовато. Министерство образования, в чьем ведении находится большая часть этих социальных объектов, попросила, Хажин там слезно попросил, передвинуть сроки сдачи этих объектов. Но дело в том, что это не так-то и просто. Существуют некие условия финансирования, по которым указаны и сроки, и сметные стоимости работ. Хабиров посоветовал Хажину обратиться к Гумеровой Лилии Салаватовой, которая там, как-то гласно или негласно курирует вот эти процессы финансирования и строительства социальных объектов, будучи сенатором Совета Федерации. Не знаю, насколько Гумерова поможет Хажину передвинуть сроки сдачи объектов, но вот эти победные реляции, которые мы слышали от Хажина в открытых частях оперативных совещаний, оказывается, перечеркиваются тем, что огромное количество социальных объектов, судя по всему, рискует быть несданными в этом году. Речь в первую очередь идет о школах, но и о детских садах.
Хабиров, обсуждая вот эту вот болезненную тему, грозно напомнил Мирзиёеву, что это теперь его ответственность. Несмотря на то, что компетенции Мирзиёева существенно меньше, чем компетенции Абдрахимова, об этом тоже упоминал Хабиров в закрытой части оперативки, при этом Мирзиёев должен срочненько поднабраться этих компетенций и начать управлять процессом. Мне, честно говоря, даже стало жалко Алана Викторовича, и появилось ощущение, что ну, это если не подстава, то ну, вообще лютая ситуация, когда человека окунают вот в это вот все, которое уже находится в таком состоянии. То есть Мирзиёев только что пришел на эту должность и получает ситуацию, когда 24 социальных объекта с федеральным финансированием находятся под риском срыва сроков сдачи. Это, конечно, очень плохо. Отдельно Хабиров поручил Забелину курировать какой-то особый проблемный детский сад в Стерлитамаке. Речь идет о том, что там не могут договориться с главой Стерлитамака о том, в каком порядке там будет подведомственность этого детского сада, и глава Стерлитамака беспокоится, что ему на шею тяжелым ярмом повесит, значит, содержание и эксплуатацию этого детского сада, и он этого вовсе не хочет, и договориться об этом не могут. Ну, так, по словам чиновников, которые докладывали. В общем, Хабиров поручил лично Забелину решить эту проблему. Прям, скажем, несвойственная задача для Максима Забелина – курировать, значит, вот эти вот административные вопросы. Но, с другой стороны, он теперь глава администрации. Далее Хабиров, не стесняясь в выражениях, отчитал своих подчиненных за их наполеонство в планах. Речь идет о том, что они начинают проектировать сразу целыми букетами всякие проекты и объекты. Ну, на примере санатория Янгантау Хабиров высказал свои сомнения в том, что не удастся реализовать план строительства вот этого вот музея кочевых народов, потому что сметы не успевают за действительностью. Если начинать сейчас проектировать, через год выбивать финансирование, а через два года получить его и начать строить, сложится ситуация, что денег этих не хватит и опять, значит, получится затык. В общем, Хабиров повелел взять голову в руки и начинать реализовывать только реализуемые задачи. Отмечу здесь на полях, что тут тоже я как бы, ну, вижу совершенно другого Хабирова, который реалистично относится и к поставленным задачам, и к порядку их исполнения, а самое главное, к компетенциям своих вот этих вот безголовых подчиненных. То есть нам бы вот такого Хабирова видеть в реальности, не в закрытой части оперативки, а в настоящей. Потому что вот этот вот Хабиров, которого нам являет Елена Анатольевна Прочаковская со своим тоненьким микрофоном, он нафиг никому не нужен. Вот этот вот елейный начальник с шашлычками, значит, и хитрой улыбочкой. А вот этот реальный хозяйственник, ну, краешек которого был заметен на этой закрытой части оперативки, он бы как бы немножко, может быть, и успокоил даже население. Собственно, на закрытой части оперативки не все было уж вот так критически плохо. Выяснилось, что с трудом, со скрипом и с проблемами, но удалось реализовать контракт по покупке ноутбуков для школ. Немного, 300 штук ноутбуков купили, но и то хорошо. Отечественной сборки, и то неплохо. В общем, смогли. Было и смешное. Смешно было, как министр здравоохранения Рахматуллин, отчитываясь по проблемам с закупками медицинского оборудования, попытался свалить эту проблему на ныне существующую ситуацию и заявил, что технические проблемы связаны с специальной военной операцией. Ну, то есть не поставка медицинского оборудования. Тут Хабиров вспылил не на шутку. Значит, заявил, что он запрещает употреблять слова, вернее, словосочетание «ввиду с специальной военной операцией», отчитал Рахматуллина, что если он что-то там не понимает, то пускай и не лезет. И, в общем, порекомендовал, если нужно на что-то свалить неисполнение контрактов по поставкам импортного оборудования, нужно говорить «в связи с санкционным давлением». Вот такая вот методичка была выдана Хабировым своим министром. Меня, честно говоря, удивляет то, что они до сих пор еще это все не просекли. То ли действительно тупые, вот правда. Вот иногда у меня вот накрывает эта мысль. Но неужели до такого уж нельзя было додуматься, что начальству нельзя пенять на специальную военную операцию, а начальству нужно аккуратненько говорить о там, ужасном Западе, о санкционном давлении и прочих вещах. Ну вот прям смешно, ей-богу. То есть тут можно было бы расстроиться, что нам не поставили медицинское оборудование, но мне стало смешно от того, какие у нас министры здравоохранения.
И завершил Хабиров вот эту закрытую часть оперативки вопросом мусорного апокалипсиса в Нефтекамске. Ну, именно вот таким выражением он охарактеризовал ситуацию. Он заявил, что он сам лично видел и состояние, значит, в Нефтекамске, и фотографии, которые ему показывает Прочаковская, что там это иначе как апокалипсисом назвать нельзя, потребовал доклада от своих присутствующих подчиненных, что вы решаете, что вы делаете. Там из зала, значит, доложили вяленько, естественно, министр экологии и недропользования доложил нам о том, что не нам, Хабирову. Это была закрытая оперативка. Так вот, он сказал, что в течение месяца будут приняты некие процессуальные решения. Вот это категорически Хабирова не устроило, потому что, и тут я тоже с ним солидарен. Ну хорошо, через месяц они там попытаются расторгнуть контракт с этим Мелиоводстроем, а собственно об этом операторе идет речь. Еще они будут судиться с этим Мелиоводстроем полгода, если не год. Это же не убийство, это же хозяйственный спор. А мусор так и будет, значит, летать по Нефтекамску. Тут, конечно, нужно какое-то оперативное решение, абсолютно экстренное. Его, собственно, и предложил Хабиров. Он предложил, что если вы уже понимаете, кто заходит вместо Мелиоводстроя, звучало это, конечно, очень странно, то тогда нужно заводить неформально этого оператора туда. Не знаю, насколько это законно и вообще реализуемо, и согласится ли кто-то, из здравомыслящих людей сотрудничать с башкирскими властями неформально, с ними даже формально иногда нельзя сотрудничать. То есть кинут, обманут, разведут, а тут, как говорится, на честное слово. Но, пожалуй, что это единственное правильное решение в контексте того, что убрать мусор из Нефтекамска. А вообще Нефтекамск оказался настолько неблагополучным городом, по убытию оттуда господина Мавлиева, что нам, уфимцам, пора бы уже начать беспокоиться. Этот юноша на самокате угробил сначала Нефтекамск, теперь переведен сюда. Потому что из Нефтекамска нам постоянно приходят какие-то тревожные мысли, тревожные новости, тревожные сообщения. То есть вот там это плохо, то плохо, это не работает, дорог нет, мусор. Позвольте. А за какие такие заслуги вот этого юношу к нам сюда переместили? Или здесь асфальт поровнее, чтобы на самокате кататься? В общем, вот это проникновение в закрытую часть оперативки на самом деле для меня было тоже открытием. Я правда понял, что, оказывается, Хабиров немножко другой. Не могу сказать, что он великолепный и замечательный. Это было бы совсем глупо, потому что, в первую очередь, с его стороны, если бы он, на открытых оперативках и в открытом пространстве прикидывался дурачком, а в жизни был гением, слава богу, это не так. Однако, действительно, я хотя бы вижу и понимаю, что правительство Республики Башкортостан хотя бы знает те проблемы, которые оно создало для региона. Не знаю, найдется ли у них компетенции, сил, финансов и разума решать эти проблемы, но то, что они их видят, хотя бы вкратце, это так. Да, конечно, не договаривают. Да, конечно, Тажидинов на этой закрытой части оперативки, отчитываясь о реализации нацпроектов, конечно же, лукавил и ходил кругами. Да, конечно же, прикрывал близкие ему структуры. Но тут уже, как говорится, Радию Фаритовичу и карты в руки, он может разобраться, где там чего хитрит и юлит его подчиненный. В общем, конечно, это было очень интересно и очень важно для меня и для вас, надеюсь, тоже.